Красного тоже оттуда открыто снимал. Тоже парк снимал. Тех, кто заканчивает очередной крайне важный этап своей жизни и отправляется покорять новые высоты и вершины. Лично я верю в этих ребят, ведь каждый из них выпускник одной из лучших школ города Москвы 2107. Итак, встречайте. Для открытия торжественного вечера приглашается директор школы 2104, 2107. Только этот директор нам нужен сегодня. Лукашук Олеся Николаевна. Особого образца и золотой медали на сцену приглашается Антоненко Борис Дмитриевич, участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по французскому. Большое количество, и нам только за них
порадоваться остается. Я уверена, что те, которые сейчас стоят на сцене, это будущие очень известные люди. Итак, мы начинаем вручать аттестат с отличием и золотую медаль об окончании школы. И первым приглашается Антоненко Борис. Представляем школьное отделение имени Рамона Ролана.
Мы счастливы, что учились именно в этой школе, получили знания в различных областях, а также выучили иностранные языки. И сегодня хотим сказать всем вам большое спасибо. На память о нашем классе мы хотели бы подарить флаг нашего комплекса номер 2107. Это маленькая версия. Свои места.